Открыл фестиваль его художественный руководитель. Дмитрий Коган не просто известный скрипач. Музыкант уделяет большое внимание развитию классики в современном мире. Дни высокой музыки – проект, стартовавший уже несколько лет назад. За это время фестиваль состоялся во Владивостоке, Челябинске, Самаре, Хабаровске и даже на Сахалине. Теперь классика в живом исполнении звучит и над просторами Арктики. Репертуар фестиваля Дмитрий Коган выбирал лично. Одним из условий было показать все многообразие классики. Именно поэтому в программе появились оперные певцы. Зрители услышали сопрано Екатерины Смолиной. Ее репертуар обширен от музыки раннего барокко до сочинений современных композиторов. Не менее разнообразный репертуар еще одного гостя фестиваля Максима Пастера. Солист Большого театра и обладатель тенора не устает повторять. Классика – это массовое искусство, доступное каждому. Везде очень хорошо принимают. Это, знаете, как досужие домыслы. То, что классическое искусство, как бы оно для избранных нет. Нет. Ни в коем случае это... Это также нравится обычному человеку. Аккомпанировал солистами не только оркестр «Московская камерата». Этот коллектив отличается своим неповторимым исполнительским стилем, яркостью звучания и профессионализмом. Его игру и весь концерт публика оценила бурными аплодисментами. Мы в восторге. Вообще такое впечатление, прям все на одном дыхании. Даже, честно говоря, вот не ожидали, что такие получим впечатления, очень яркие. Эмоции переполняют нас, поэтому большое спасибо организаторам, очень, очень понравилось мне и моим коллегам. Вообще концерт был замечательный, первый раз в моей жизни, просто моя мечта сбылась. Фестиваль продлится еще 3 дня. Сегодня в культурно-деловом центре «Арктика» пройдет сольный концерт пианиста Алексея Курбатова, а 4 сентября музыканты проведут мастер-классы для учащихся школ искусств. Завершится фестиваль 5 сентября вечером скрипичной музыки в исполнении Виктора Абрамяна, преподавателя Государственной классической академии. Ирина Цепетова, Екатерина Гончарова, Александр Дуркин, Роман Делимарский, телеканал «Север».